В своей практике я часто встречаю клиентов, которые приходят ко мне от другого мастера с какой-то своей проблемой. Либо это проблема на уровне какой-то травмы психологической, потому что мастер просто нагрубил, не стал воспринимать всерьез его, к которому он к нему обратился. Либо просто банально не были выполнены условия компетентного подхода к работе. А это может оказаться из-за этого мастера. Вообще, ракете доверять можно, потому что я видел это своими глазами. Люди реально довольны выходят. Блин, я тоже хочу.